Либеве, значит, марка была основана еще в 1774 году, в принципе, зарождение марки. Был такой очень активный молодой человек, которого звали Майкл Адам, и он был продавцом в одном знаменитом магазине а-ля Рене де Флёрс. И он очень любил парфюмерию, вообще принадлежность. Ну, как тогда, в 18 веке, о парфюмерии как о таковой речи не шло. В основном в те времена выпускали что? Для знати, да, для придворных. Это хорошие какие-то косметические средства, это лосьоны, это какие-то шампуни, мыло душистое, вот, различные предметы гигиены. Поэтому в этом магазине продавец занимался тем, что помимо продаж он еще являлся поставщиком в дворца Луи XVI, и потом он стал поставлять уже все парфюмерные средства в королевские семьи Европы. В 1799 году семейное дело от Майкла Адама перешло от его сына к Пьеру Гийому Дюссе, а затем к близкому родственнику, которого звали Луи Тюссен Пиве. Так и, в принципе, эта марка была основана именно Луи Тюссен Пиве, был родоначальником династии Пиве. Что характеризует эту марку? Это подлинные ароматы, которые соответствуют традициям Франции, то есть это и ароматы, которые являются воплощением традиций, но и также обладают современным звучанием. Те ароматы, которые сегодня мы будем с вами рассматривать, это непосредственно уже ароматы все новоделы, то есть все обновленные. Вот, но в свое время у марки Пиве был очень хороший, скажем так, старт, и они создали очень много магазинов, были практически по всему миру магазины. Поклонниками этой марки была семья Бонапартов и Сара Бернар. Они очень любили посещать дом Пиве. Помимо туалетных принадлежностей и ароматов, дом Пиве выпускал еще парфюмированные перчатки, вот, различные пудры для лица, молочко для тела, ну и так далее. Поэтому марка, в принципе, на протяжении многих столетий успешно развивалась. Одни из самых знаменитых ароматов были это белый гелиотроп и русская кожа. Ну вот, может, вы слышали, сейчас это просто кир, аромат кожи. Но когда-то это был именно аромат русская кожа. Это очень знаменитый, вкус, да. Кожи, то есть то, что вышло дальше в Шанели, в Виде. Вот этот аромат был первым, под который потом уже создавали похожие. Вот. Многие духи Пиве, такие как белый гелиотроп, они заключены в хрустальные флаконы Баккара, ну вот дизайнер Лалик, и хранятся именно в бутиках, фирменных бутиках Пиве. А сегодня мы будем рассматривать 5 ароматов, именно которые созданы для мужчин. Вот. Это стильные ароматы, доведенные до совершенства, и философия этих ароматов – индивидуальная роскошь. В каждом аромате есть свой характер и свое предназначение. То есть, если мы первый аромат рассмотрим, это кюир, кожа. Он символизирует элегантность. Вот. То есть это денди, это безупречный вкус, мужчина с безупречным вкусом, который наслаждается жизнью, наслаждается свободой. То есть все, что идет именно в основу элегантности, в основу именно истинного мужчины, вдохновило парфюмеров на создание аромата кюир. Аромат очень необычный. То есть основные два компонента, которые он сочетает в себе, это мед и кожа. Ну вот, они доминируют. Хотя помимо меда здесь присутствует черный перец и бергамот, ноты березы, то есть это кожаное звучание, то, что дает березовая кора, это именно ноты кожи. Пачули, сандал, корица. И в базовых нотах мы видим, что амбра присутствует, кожа, мускус и сандал. Дело в том, что в основном
В этом аромате вот то, что мы ярко слышим, это сочетание кожи и меда. И символ элегантности. Очень любят его, особенно хорош он зимой. Ну, вообще, как бы элегантность, ну, поданная в этом аромате, у нас покупают много другие клиенты. Я бы сказала, это не элегантность, а смелость. То есть мужчины, которые уверены в себе. Аромат для меня наглый. Вот. И аромат, который... есть ароматы, которые я их называю открывающие дверь с ноги. Вот кюир для меня это аромат самоуверен. Да, то есть это мужчина, который себя подает тому миру. Вот. И покупали несколько раз женщины себе его. Вот кто любит кожу, очень красивое медовое сочетание, кожа в меду. Очень, то есть, если женщина желает, пожалуйста, вы можете предлагать. Аромат кожи ботинок, который лежат на столе. Когда уже лежал. Ну, изначально русская кожа, знаете историю, почему она, чем она, ради чего ее делали? Русская кожа – это аромат солдат, казаков, которые в кожаных мешках носили воду. Для того, чтобы кожа была более-менее промокаемая, да, они натирали кожу березовой берестой. И фактически это кожа плюс вот эта березовая береста. Вот это вот первый прототип аромата русской кожи. То есть это именно вот казацкий, солдатский аромат. Потом они начали его переигрывать, и уже там русская кожа начала добавляться и смолами какими-то, еще чем-то. Но вот это вот была предыстория, как его создали. Раньше это был аромат... Ну это как бы, да. Как новодел, сделали кир просто, да. То есть, все-таки дальний? Ну да. Открывающий. Нет, ну слушайте, очень... Я знаю, что во времена... Да. Россия была очень притягательна для европейских правителей. Очень во французской культуре отразилась вот эта именно эпоха российского развития. И много привносилось, то есть, и парфюмеры, они словили интерес и просто восполнили. Ты барабан? Ржавый мышь. Следующий аромат кедр. Кедр, он как бы вообще позиционируется как аромат искушения. Вот. В чем уникальность этого аромата? Ну, во-первых, сам по себе кедр, ароматы с кедром очень притягательны. В них есть манкость, хотя само дерево кедр, оно, ингредиент не очень тяжелый, он по своей летучести, то есть как бы средний, то есть он не легкий и не тяжелый. Но вот кедру почему-то очень, он притягивает внимание к себе. Очень много ароматов построено на кедре, и все они очень манкие. Поэтому кедр в этой коллекции именно несет в себе искуситель. То есть, в принципе, искушать мы будем двумя ароматами, но кедр как древесный аромат, и есть еще маск, аромат мачо. Но вот кедр как символизирующий классику и притягательность мужчины. Основные ноты – это бергамот, ягоды, лаванда и рис, кедр, сандал, пачули и мускус. Ягодная нота, которая присутствует в аромате, именно красные ягоды, они дают тоже эмоциональную такую волнующую нотку. То есть мужчина – искуситель, но вот именно вот эта чувственная грань мужчины в кедре, то есть не просто мужик, а вот немного вот в сторону чувственности повернуть. Вот этот аромат именно символизирует чувственность и искушение. Красивый. Тоже сейчас он очень уместен. Вообще, ЛТПВ, во-первых, цена смешная на эти ароматы. Ну, для меня. Это да, это очень странно. На самом деле, слушайте, тут другой подход.
Марка развивалась в то же время, как развивались те же гирлены, это та же королевская марка. Просто в начале 20-х годов марка выбрала для себя другой рынок, не европейский. Они выбрали Африку, они выбрали колонии. И в этих колониях это марка номер один ухода, причем ухода даже не парфюмерного, а мужского. Они выбрали рынок мужских одеколонов, мужских шампуней, всяческих средств для бритья. И вот сейчас эта марка на тех рынках, это культовый бренд. Вот как для нас Шанель, там LTPV это культ. А, например, вот, чтобы понимать, насколько серьезно они там живут, например, в Дели, по-моему, я могу ошибаться, надо посчитать, они моют статуи Будды одним из лосьонов LTPV. Статуи Будды, на секундочку. То есть, представить, насколько значимая марка в жизни тех людей, невозможно. А потом какой-то из ароматов белый гелиотроп. Белый гелиотроп используется в свадебной традиции какой-то из стран. То есть невеста обязательно на себе несет белый гелиотроп. И они говорят, что производство безумное, они сохраняют эту формулу, потому что невозможно эту традицию нарушить. Они просто не направлены на наш рынок. То есть они там представлены, они нам представляют часть каких-то продуктов, но основной рынок не наш. Вот, поэтому они и не состязаются там в ароматах с другими домами моды. Они не согласились продаться дому моды, и они работают сами по себе. Но мы для них, ну хорошо, вот, на самом деле они работают не здесь. То есть нам они просто представляют качественную продукцию, но мы о них мало знаем. Англоговорящие колонии, франкоговорящие колонии – это их основной рынок сбыта, при этом они продают не парфюмерию, а мужской уход. Просто чтобы понимали. А? 1900. 100 миллилитров. Это вообще 1944 гривна. Для сравнения, Гуччи, тридцатка, как сейчас помню, Гилти, 1600 чем-то. Я всегда Гуччи. Я говорю, Гуччи? Говорю, за синтетику, за тридцатку. Да. Ну, рекомендованная цена. И это. Но так я вообще, как бы, ну, у нас очень хорошо покупают пиве, тем более. Нет, не только из-за цены. У нас есть один. Есть у нас один клиент, вот, который очень богатый, он там машины меняет в день только 4 раза. И он вот маск берет, вот сколько у нас есть в магазине, он весь забирает. Потому что, говорит, аромат просто... А мы еще дойдем до него, маск. Да, да. Следующий ветивер. Ну, ветивер мы всегда считали символом тоже элегантности, вот. В данной концепции он символизирует индивидуальность, то есть мужчина всегда подает свою индивидуальность, мужчина очень сдержанный, это... Кому? Значит, ему первое. Да? Вот. Элегантный, в принципе, ветивер у нас покупают только, ну вот, для тех, кто вообще любит этот компонент, вот, и на мужской коже он всегда хорош. Его почему-то всегда сравнивают с хорошим дорогим салоном машины. Вот когда заходишь в хорошую машину, салон, вот так какой-то аромат, немного кожи, немного каких-то вот таких, каких-то оттенки есть, и вот почему-то ароматы с ветивером всегда покупают, вот вдыхают и говорят, что это дорогая жизнь, это салон дорогой машины, это уверенность в себе, это элегантность. И опять-таки материальный компонент, то есть в кошелек после почули только. Сначала Лоренцо, вот, кстати, кто еще не опробовал, можно в конце тренинга испытать. Ну что, у нас есть вот фотографии уже. Вот. То есть верхние ноты доминируют черный перец, лаванда, жасмин, идет в ноте сердца и кедр, сандал, ветивер и мускус. Причем ветивер настолько мощный компонент, что если он присутствует, его больше, чем надо в аромате, он перебьет все ароматы, все ингредиенты полностью, вытолкнет. Он будет ярче всего звучать именно в аромате. Вот. Такой он именно характерный компонент.
Пачули ветиверг. Что бы ни было, пачули всегда проявит себя, даже во фруктовой композиции. И ветивер также. Самые яркие, мощные. Что ты робишь? Они мне подсчет. Да я доложу, ты не переживай. Я считаю, считаю. Я же не могу с пола, а потом человек будет к носу прикладывать. Да. Очень хороший. У меня недавно купили, в таком восторге. Вот действительно сухая древесина, такая благородная. Вот осень как раз на подарок вообще великолепно. Такой уверенный, статусный мужчина. Здесь тоже натуральные декомпозиции? Да. А как тогда по цена? Не убыток? Да, Алена вон объяснила, что я не знаю по поводу формирования. Мне самой странно. Они так сильно вкладываются в упаковку. На самом деле, как достаточно простой. Но дело в том, что Кудрей тоже королевская марка. У них 100 мл туалетная вода тоже в этих же районах. 1945 гривен. Вот, поэтому это очень странные цены. Потому что у нас клиенты были, и они видели в Париже дом Кудрей, говорит, там очереди стоят, люди покупают. Вот, и бывает так, что закрыт офис, там, ну, кто хочет что-то купить. Говорит, так опечалились, потому что и банную линию покупают Кудрей. Тоже там такая ценовая политика. То есть 100 мл 1945 гривен. Дешевле даже. Полторы. ЛТ-пивер? ЛТ-пивер 1990. Да. Но тоже, и вот удивляются у нас. А почему такая марка? И они действительно ароматы, красивые, стойкие. Ну, слушайте, у нас всему удивляются. Вот сейчас... Дорого удивляются, дешево тоже удивляются. Но сейчас вот на рынке, на выставке мы встречаем 50-60 новых брендов. Мы подходим и говорим, расскажите, что у вас за бренд. И мне девушка какая-нибудь там, ну, самого обычного вида, да, там взъерошена немножко, рассказывает, я гуляла в закате по берегу реки, и я создала аромат. Я нишевый парфюмер. Ну какой же ты нишевый парфюмер? В чем твоя нишевость? В том, что ты что-то смешала, еще и не сама, наверное. То есть ты кому-то заплатила за то, чтобы тебе что-то смешали, потом засунула в какой-то флакон, который тоже купила, и рассказываешь о том, ну то есть LTPVR это вот там то, за что мы, собственно, из чего изначально и... Ну, это история, Ну, да. Фактически ниша – это дома, какие-то старинные дома, которые воссоздали традиции. И там сейчас мы можем попробовать, и действительно это что-то, это искусство даже, да? А у нас сейчас ниша может делать каждый, назвать его нишей, сказать, что, а, говорю, сколько стоит ваше прекрасное творение? Всего 280 евро. И ты думаешь, ну, ё-моё, люди, в каком вы мире живете? В своё. Да, они создают. Не, ну, свое. Ладно, я могу понять, там, Spirit of Dubai, когда я прихожу, и там все в золоте, в каменьях, и стоит там 1000 евро. Они найдут, они это продадут в Арабских Эмиратах. Но сколько в этих Арабских Эмиратах можно продать? Ну, это барабанная лига, это можно равно стали между тем, что мы конкуренцию, мы подниша, которая сейчас есть на данный момент, выпустить вообще современное искусство. Но все искусство так создавалось, под допингом, по большому счету, не только современное. Нет, на самом деле у нас есть парфюмерные академии, да, в Грассе есть, в Париже есть, в Италии несколько есть. А они существуют, там обучают искусству парфюмерии. Но если ты выучился на парфюмера, ты же не стал нишевым домом. Сейчас пошла тенденция, которая пугает. Тенденция в том, что вот Крип – это королевский дом, да, там, Шанель даже, ну пускай не королевский дом, но это история. Это дом моды, культовый дом моды. Пин Харриганс – это королевский дом. Кудрей – это королевский дом. Пиге – это королевский дом. А, ну, да простит меня Кильян, люблю эти ароматы. Ну какие они королевские дома? Это внук Хеннесси. Да. У него просто под боком, ну, то есть чувак выпустил аромат, прекрасный аромат, я их люблю, правда, отличная упаковка. У него вся мировая общественность и вся мировая маркетинговая система настроена. То есть чувак сказал, товарищи, мой внук выпустил аромат. Все мировые, значит, блогеры начали писать, везде появилась информация, мы любим этот бренд.
Но какая это история? О чем она нам говорит? И это становится примером для подражания. Но запахи там нереальные, но запахи невероятные. Не-не-не, я люблю, правда, очень. Да, люблю. Они не похожи очень. Но дело не в этом. Дело в том, что ниша меняет свое направление. Сейчас меняется очень сильно, ну, да. Очень много туда хлынуло, и неизвестно, куда она нас заведет. Честное слово, мы не знаем. Поэтому что-то меня правда. Как они подходят на состояние ниши? Они были селективны, как вы говорите. Почему Гирлена перешла в состояние ниши? А Гирлена перешла в состояние ниши. Гирлена выпустила с нишевой линии. Где эта граница между нишей и селективом? Стоимость. Сейчас граница только стоимость. Нет, я думаю, что и в истории тоже. История играет первоначальное. Ниша классическая. То, что мы называем классической нишей, это марки исторические, это марки, имеющие большую историю и большое прошлое. Шанель тоже со временем может войти в нишу. У нее есть нишевая линия, которая прекрасная. Мы не говорим о том, что эти ароматы плохие, мы говорим о том, что само понятие ниши меняется. Сейчас это плавно перетекающий процесс, который сами парфюмеры говорят, что неизвестно куда придет. Вопрос денег. Не, ну вот слушайте, сегмент люкса наполнен, они пошли в следующий сегмент, да, который оказался свободен. Они пошли, это сработало. Просто вопрос в том, что не надо его, может быть, везде показывать, везде продавать, но Шанель, например, этого и не делает. То есть если, я не знаю, да, на всю Ригу я встретила два нишевых магазина, два, а их больше не надо. Это вот в Риге. Не, ну понятно, но Днепропетровск тоже небольшой, но у нас там... пересчитать. Так, хватит. Следующий аромат это эписис. Эписис, да, специи. Этот аромат вообще как бы с ним, ну, у него такое интересное звучание. Когда-то у марки Кошерель, ну, вот, был аромат Кошерель Пром. Его называли аромат черного молотого перца. Очень красивый аромат, за ним гонялись, потом он именно символизировал такой классический тип мужчины, тоже вот именно джентльмен, его обожали, любили, потом он бесследно исчез. И люди долгое время искали, приходили, а нету такого, ну хотя бы что-то похожее на Кошерель Пром, но нету, и вдруг потом мы, когда открыли для себя марку Алтепиви, мы нашли аромат Эпис, специи, который просто является клоном этого Кошереля.